Как вы думаете, друзья, нападут на меня тут бездомные собаки или нет? Вот здесь у меня был привал. Вот там вот на этих камнях. Это у нас грибной канал. Это у нас облачка. Здесь я только что отлил. А впереди у нас живописный мост. Идем, друзья, и хорошенько озираемся. А если на меня нападут собаки, я все это засниму, и вы увидите, как человека едят собаки. А это уже зрелище будет точно на 1 000 000 подписчиков. Все будут на это с удовольствием смотреть. Почему? Блин, мне показалась собака. Чё? Вот это тут. Впереди, блин, какая-то плита. Ну почему, почему? Наверное, все это природа. Не знаю почему. Вот живописный мост. Вот я вам его из, так сказать, опасных задворок снимаю. А мы движемся, смотрите следующее видео. А лучше продолжаем это снимать. Сейчас вам весь путь покажу. Мамочки. Вот это да. Сейчас она нас смотрит. Хорошее место, чтобы гулять с собакой, не правда ли? Смотри, смотри. Это блогер Сёма. Самый опасный блогер. Вот тут у нас всякие пустоши. Москва. И не то, не просто Москва, а элитнейший район Серебряного Бора. Это что? Элитнейший район Серебряного Бора, друзья. Фух. Мы у цели. Вот он, живописный мост. Вот мы выходим из опасных задворок. И смотрите следующее видео.